Ну что, пошли? Поехали. Девочки, доброе утро! Все позакрывали тут. Доброе утро, девочки! Мы пришли вас с папой разбудить. Мы вам придумали с папой небольшую игру, небольшой челлендж. И мы сейчас вам расскажем условия игры. Поднимаемся, поднимаемся, я вас снимаю! У меня камера! Чтобы нам было не скучно отдыхать, мы с мамой придумали вам 10 заданий, которые вы должны выполнить в течение одного или нескольких дней. Вот в этой кепочке лежат задания. Мам, хватит, пожалуйста, давайте... Ну что? Мы долго встали. В этом и заключается интерес. Мы же будем выкладывать, да посмотрим на нас вообще. Что надо делать? Вы сейчас тянете бумажку первую и читаете задание. Мам, прыгнуть в бассейн прямо сейчас в том, в чем ты одет, крикнув, не точа. Прямо сейчас? Мама, то, что вы будете кричать, мы вам сейчас папы скажем. Чё крик-то там? Ничего. Тут в бассейн сейчас предстоит им прыгнуть. В одежде. Блин, я не хочу прыгать. Придется. Заодно и проснетесь. Вон, люди уже все завтракают. Вы готовы? Вообще-то нет. Вы готовы? Раз, два, три. Что нам тебе? Такое состояние странное, когда ты в одежде. Бодрое утро. Нет, прикольно, кстати, уже проснулся. Хелень вылезти не может. С этим заданием вы справились. Я сейчас не получилось, второй дубль. Да, конечно. Первый и второй дубль. Ну что, мы едем на пляж. Давайте как раз. Некоторые задания есть на пляже. Я не знаю, что там будет дальше, если первое было такое жесткое. Попросить на ресепшене 15 рулонов в туалетной бумаге. Мам, вы совсем что ли? Отлично. Как раз перед тем, как нам уезжать, мама, мы становимся. Закупим с туалетной бумагой, затаримся. Я сразу предупреждаю, я в этом конкурсе не участвовал. Мама захотела глаза закатывать. Рулить. Мы пошли. Чем быстрее делаемся, тем лучше. Жди, ну, как так давай доедем до ресепшена. Давай. Пипец какой-то. За что нам вообще все это? Можно же? Соф, ты репетируешь? Забыла, как будет туалетная бумага? Нет, ты что скажешь? А нет. Она реально принесет 15 лет. А не так сложно, кстати. Она реально записала эту бумажку. Она как будто бы каждый день подходит этим девочкам. 15 рулонов. Нет, я что-то такая говорю, 15, она такая. Пишется про 5, а потом такая. Единичку приписывай. Значит, в номере мы должны будем обязательно это показать. Да, я думаю, они правда внесут. Да. Мама, она сейчас жестко стоит. Вон, она сейчас стоит жестко, смотрит на машину. И улыбается. Они думают, что это розыгрыш. А это было по правде. Кошмар какой. Позор. Где наша туалетка? Ну что, следующее задание. Саш! Слов! Я боюсь, что все, давай вот это. Нам бы спеть песню закружить на пляже в людном месте. Кто из нас двоих тебя закружит? А что это вы сейчас, еще рано? Мы нашли место, где максимально много человек. Концерт начинается. Раз, два, три. Кто из нас двоих тебя закружит? Миллионы на ютубе, только ты уже не нужен. Но я где-то там над облаками. Громче, чем волны. В звездах или даже выше. Мы уже в твоем сознании. Или даже ближе. Нет, все заново. Не нам ничего не нравится, очень тихо. Нет. Кто из нас двоих тебя закружит? Миллионы на ютубе скажут, ты уже не нужен. Ты смотрел мой каждый ролик. Я на стиле, я в печали. У тебя соседи
не боится. Никак. О, еще они и слушают, не знают. Все правильно было, что ты меня сбил? Рядом с нами сносит крышу. Повтори, я не расслышала. Кирилл, Никита, Миша. Обними крепче, только мы и никого больше. Вместе мы взорвем этот вечер. И ярком свете, или на ощупь. Не, нормально. Мы засчитываем им? Я думаю, так, на троечку. Почему на троечку? Мы успели вообще? Ну, тихо. Ладно, засчитываем, пошли следующее тянуть. Пойдемте. Ну что, девочки, давайте-ка еще одно задание. Пытаться погладить поросенка. Чтобы вы понимали, у нас рядом смотрите с отелем есть свиньи, которые очень грязные, которые купаются в лужах. Ну, например, вот, то есть мы стоим на машине, и вот тенюшка. И его можно погладить, как бы, ну, в принципе. Доброе утро. Папа, нам он с тебя тоже злая. Мама, это опасное задание, реально опасное. У нас есть бананы. Боишься? Что они сделают, если не укусят, может быть? Заодно и проверим. Вон он лег отдохнуть. Ладно, надо уже делать что-то. Не бойся, гладь быстрее, больше нет бананов. Нет, нет, все, мам. Охрана не дремлет. Хороший. Стой. Эй, кормишь, я глажу. Эй, Коля. Смотри, смотри, смотри. Ой, давайте не будем, они за нами идут. Я боюсь. Ну иди. Я погладила. Я дотронулась. Yes. Я задание выполнила. Я не могу. Сейчас курица съест. Нет, не курица видит. Оп, так. Петухи вокруг, вообще класс. Пытаюсь отобрать еду. Мам, задание выполнено, пап? Ладно, задание выполнено, потому что это действительно очень сложно. Что, следующее задание? Надеюсь, там будет не слишком жестко. Купить у тайцев кокосы, вылить содержимое себе на голову, делая вид, что очень жарко. What the fuck? Мы же все будем грязные. Да. Почему? Это очень полезная питательная. Заказываем кокос. Two coconut, please. Two coconut? Yeah. You picture me, so bad. Не надо. Очень жарко. Very hot. Идем купаться. Девчонки, следующее задание. Найти своего подписчика за 15 минут. На самом деле в Таиланде нам очень много подходит фоткаться. Наши зрители, это очень, конечно, приятно. Старт. Соф, бежим. Я не знаю, как искать, тут очень много людей. Соф, тут девочки где-то были, наши подписчицы. Друзья, посмотрите тут. Знает, я не знаю. Вот это. Девочки, а вы смотрите YouTube? Да. А вы знаете таких блогеров, как Саша и Софа Купер? Нет. Ну ладно, извините. Ищем дальше. Девочка, а ты смотришь YouTube? Да. Ты знаешь таких блогеров, как Саша и Софа Купер? Конечно. Да, серьезно, наконец-то мы тебя нашли. Мы снимаем видео, у нас задание найти, да, найти наших... своего зрителя за 15 минут. Да, мы успели, девчонки. Спасибо вам большое, что вы есть. Круто, я так рада. Спасибо, девчонки, большое. Пальцем уже... Да, и мы уже бегаем всем пляжу. Нашли, наконец-таки. Всем привет! С Новым годом вас! Вас тоже! Друзья, я думаю, нам можно засчитать это задание. И, если честно, мы уже собирались идти обратно к родителям, которые, кстати говоря, купаются сейчас. Сказать, все, мы не выполнили задание, и тут просто я смотрю, девочка смотрит на нас, а ее папа смотрит на нас, улыбается. Как говорю, собственно, я думаю, что девочка нас знает, она такая, нет. И ее папа точно нас знает. Круто! Все, задание выполнено. Дана. Так, ну-ка не расслабляемся. Мам, пожалуйста, можно 5 минут отдохнуть без заданий? Нет. Притвориться официантом и обслужить один столик. Вы прикалываетесь? Мы не сможем так сделать. Пап, что за задание? Правда. Какой столик? Да, вам придется это сегодня сделать. Мы пришли в ресторан. Спасибо, Саша. Thank you. Pencil, pen. When the guest is coming, put the menu on the table. You and you, oh. We are waiting for guests. Yes. Сегодня Саша и Софа подрабатывают официантами. Для всех гостей скидка 50%. Потом ты своих денег отчитать будешь. Black Pepper Restaurant. Black Pepper. Welcome to Black Pepper. Мы как на базаре. На голодный желудок загорать вредно. Обязательно всем надо поесть. Welcome to Black Pepper. Сейчас вам мы только распугиваем людей. People, please come. Прошло 10 минут. Людей как не было, там никто не приходит.
Друзья, мы простояли уже полчаса, и так как никого нет от людей, потому что сейчас утро, все позавтракивали в отелях, мы вернемся сюда вечером. Когда Саша сказал, я начну, ты правда хочешь? 6 hours later. Наступил вечер, вторая половина дня, и мы пришли опять в этот же ресторан. Я снимаю потихонечку, чтобы он не видел. Все, зовут? Давайте. Короче, они спросили, почему рядом с нами камера. Мы сказали, что мы на стажировке, мы типа какие-то студентки, которые сюда приехали пробовать себя в роли официантов. Короче, ну они половину не поняли. А у нас английский тоже не блещет. Поэтому кое-как друг друга поняли, главное, заказ записали. Да. Сейчас ждем, пока он приготовится. Они уже сядут так прибор. Делай вот так. Зачем? Когда ближе малюсь. Все, кокосик. Ну что, ребята, это, наверное, было самое сложное задание из всех, самое долгое. Честно сказать, пока мы обслуживали, мы безумно устали. А люди, официанты, работают тут просто с утра до самого вечера. Я не представляю, как на этой жаре можно в принципе жить, а еще и работать. Фух. Мам, пап, мы выполнили задание? Да, конечно. Вы молодцы. Да, давай. Целовать слона. А, жесть. Серьезно? Нам слона вы не ехать, прям целовать? У них же такая кожа противная, глаза чуть-чуть. Красивая у нее кожа. Но это придется нам куда-то выехать. Ты будешь, я вообще не смогу. Ладно, кто смелее, тот должен выполнить. Ладно, поехали. Погнали. Мой хороший, не плюйся, держи. Папа, это мое задание. Да, мой хороший. Смотри, чтобы он... Да не бойся, погладь. Поцелуй его. Не бойся. Он же грязный. Я боюсь. Мое сердце просто выходит из строя. Сов, что тянем, хватит я. Дайте-ка я перемешаю сначала. Читай. И? Попросить сделать селфи с прохожим, не русскоговорящим. Окей. Селфи делать с незнакомцами, это уже пройденный вариант. Давай вот все парни сделаем. Ну, русский, по-моему. Погнали дальше по пляжу. Нам нужно не русскоговорящим. Вы поймите, что все. О, давайте с рыбаком. Побежали к нему. Меня подождите. Excuse me, would we make a photo with you? No. No? With you, just with you, no? You are beautiful, you are beautiful. Давай, все, давай, все. У меня нет выбора. Thank you. Засчитано. Написать на песке «Я самая красивая на этом пляже» и сфотографироваться рядом. Вместе? Написать, типа, мы самые красивые? Да, мы самые красивые. Прикольно. Выполнили это задание! Мои хорошие, время 23:00. Мы только что пришли в номер, безумно устали. Целый день сегодня выполняли задание от любимых наших родителей. Мы уже готовимся ко сну, я уже смыла косметику. И уже завтра нам улетать, просто не верится. Хочется сказать огромное спасибо, во-первых, нашим родителям за такие жесткие задания. И это было очень неожиданно для нас, потому что мы вообще не планировали здесь ничего снимать на YouTube. И так получилось, что родители об этом позаботились для вас, придумали такой челлендж для нас. Также хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые здесь к нам подходили. Это безумно приятно. И, конечно же, спасибо большое тебе, потому что ты смотрел это видео до самого конца. Ставь пальчик вверх, пиши свой комментарий. И если не подписан, подписывайся на канал. Всем пока.